Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Аня, вы на канале Валерьяна, и сегодня у меня будет обзор по моему заказу из каталога Avon номер 11 2020 года. Вот такой каталог, заказ был небольшой, так что не будем тянуть время и давайте же приступать. Первое, с чего начнем, это парфюмерия. Конечно же, я заказала вот такой аромат мужской Individual Blue, самый первый голубенький, на продажу, так как предыдущий аромат я уже продала. И я подумала, что стоит опять же его купить, потому что он, как видите, долго не задерживается. Следующий парфюм, который я взяла также на продажу, это вот такой классический Персив в голубенькой упаковке. У меня уже очень часто его спрашивают, а у меня его в наличии не было, так как его не было по хорошим ценам. Сейчас в каталоге очень приятная цена на этот парфюм, поэтому я взяла. Но взяла пока что один. Возможно, буду еще делать один заказ из этого каталога. Следующий парфюм, который я взяла по очень классной цене, которую давали в каталоге за покупку с определенных страниц каталога на сумму 99 гривен, это аромат Persif Dew, такой зеленый вариант, такой свежий, легкий, весенне-летний вариант. Значит, я купила его за 129 гривен, это очень классная цена. Поставлю его на продажу, и, конечно же, это очень выгодное предложение для того, чтобы заработать. В принципе, можно было еще взять несколько штучек для того, чтобы запастись, но, возможно, еще, как я говорила, уже буду делать еще один заказ. Значит, этот аромат, как вы видите, пришел немножко помятый, и распаковку в этот раз я не снимала, так как у меня не было возможности ее снять. Продукция вся была насыпана, действительно, как из самосвала, очень неаккуратно. Было очень много спреев для тела, вот сейчас я вам их покажу. И оно все сверху вот так было насыпано, коробка упиралась в коробку. И вот так вот портится упаковка. Ну, возможно, ничего страшного. Но если бы человек заказывал на подарок, то, конечно, это не очень приятно. Так, следующие два парфюма покажу вам. Это вот таких два аромата. Вы, наверное, узнаете. В прошлом каталоге была акция. Нужно было выполнить условия каталога и получить возможность приобрести эти ароматы по классной цене. В прошлом каталоге я их не забрала, забрала сейчас. Я два раза выполнила условия, и у меня получилось два аромата. Начнем с мужского Full Speed Max Turbo. Это вот такой красный вариант. Где он? Да, красный вариант. Мне, между прочим, из всех Full Speed нравится и синий вариант, который не очень ходовой, и этот красный. Оранжевый, как бы, да, он классный, но мне он уже реально поднадоел. Поднадоел слышать его с окружающих, и своим я мальчиком тоже не беру, потому что для меня это немножко уже скучная композиция. Здесь уже более погуще, потеплее, посложнее, и для меня, для моего носа более интересный. Ну и второй аромат, это Passion Dance, которые уже как бы и снимали с каталога, и вводят его понемножку в каталог. В общем, он мелькает время от времени в каталогах, в каких-то акциях, и я стараюсь всегда его взять, чтобы порадовать своих покупателей. Значит, вот такая коробочка. Могу вам сказать, что коробка и упаковка абсолютно не отличается от той, что есть у меня, например. Вот такой вот флакончик бордовый. Такое бордовое красивое стекло, красиво очень просвечивается. Бордовая крышка, очень все просто, даже дешево, как видите. Распылитель здесь, ну, очень дешево исполнен. Так, и аромат, могу вам сказать, абсолютно здесь не поменялся. Я сейчас вам даже сравню со своим парфюмом, которому уже, ну, очень много лет. Вот мой аромат, которого, как видите, половинка уже. Ну, он ничем не отличается, абсолютно ничем. То есть один в один. Потому что я слышала у девочек на YouTube, что как-то немножко отличается упаковка. Могу вас уверить, упаковка абсолютно та же. То же самое могу сказать и об аромате. Аромат этот я очень люблю. Он, конечно же, на любителя. Он, конечно же, для женщин немножечко постарше, я имею в виду, не для молодых девочек. Но мне это очень нравится. Этой зимой я очень активно носила этот парфюм. Он мне очень нравился. Сейчас я его послушала, и он сейчас мне как-то не очень заходит хорошо, так как это для меня абсолютно не летний вариант. Это такое шипровое направление ароматов, шипрово-цветочное. Но для меня лично мега женственное. Да, возможно, кому-то отдает каким-то одеколоном здесь, как в принципе
бывает с шипровыми парфюмами, но для меня здесь все абсолютно гармонично и очень красиво. Здесь есть такие цветы, как нарцисс и роза, это точно. Ну и есть такие приятные моховые шипровые оттенки. Мне очень нравится этот аромат. Я даже припасла себе запасной флакончик, чтобы быть спокойной, так как Avon то снимает, то опять вводит. Может вообще его уже не ввести в каталог. И я останусь без такой красоты. Он мне очень-преочень нравится. Следующее, что я вам покажу, это два вот таких продукта. Клиентка всегда заказывает по две штучки. Это линейка Clear Skin и тоник для проблемной кожи с салициловой кислотой. Очень классная штука. Здесь также есть и спирт. В общем, для проблемной кожи это просто великолепная вещь. У меня, когда у детей были проблемы с кожей, у меня всегда были эти тоники. Да и сейчас у меня есть, на всякий случай. Еще где-то там полфлакончика где-то стоит. Если есть необходимость, я всегда пользуюсь и знаю, что будет хороший результат. Это очень хорошая линейка. Я ее рекомендую, и самые популярные тоники именно фиолетовые у меня. Следующее, что вам покажу, то, что мне не пришло в прошлом каталоге, это вот такой крем для ног, линейка Footworks, глицериновый крем для ног с технологией силиконовые носки. Очень хорошая была цена в прошлом каталоге, но почему-то его не было на складе. Хорошо, что сейчас положили. Моя клиентка уже не может дождаться, когда будет в наличии этот крем, потому что она очень довольна результатом, который он дает. То есть он действительно работает, возможно, не на длинное время. То есть пока пользуетесь, он работает, потом нужно что-то другое применять. Но тем не менее, все-таки это не бесполезное средство. Следующее, что вам покажу в объеме 4 штук, это средство линейки InYou. Это 2 ночных крема и 2 дневных крема. Клиентка моя заказывает уже раз в 5-й или в 6-й, наверное, вот 2 ночных крема и 2 дневных крема. Вот, она очень ими довольна. Для ее возраста, для ее кожи подходит просто идеально. Она мне сразу говорила, что у нее какое-то небольшое пощипывание от этих кремов. Но в результате этого пощипывания, которое продолжается абсолютно недолго, она видит очень хороший результат на своем лице. Вот я не знаю, я еще таким кремом не пользовалась, он мне немножко не подходит по возрасту. Но я думаю, если бы крем был плохой, человек не заказывал бы в 5-й или в 6-й раз для себя. Сейчас она заказала как для себя, так и для своей сестры. И обратите внимание, эта коробка тоже пришла помятая. Как-то все не особенно аккуратно. Мне, конечно же, это не очень нравится. Так, следующее, что было в этом каталоге по хорошей цене, это туши именно из линейки Super Shock. Я взяла пока что 2 штучки на продажу. У меня, если честно, сейчас практически ни одной туши на продаже уже нет. Пока что взяла 2 штуки. Наверное, возьму еще, потому что действительно очень классная цена. Это одна из самых популярных тушей компании Avon, несмотря на то, что вышло много новинок, очень хороших новинок, очень качественных продуктов. Но, тем не менее, люди по старой памяти, пользуясь единожды этой тушью, например, приходят и берут ее именно. Вот приходят, прям сразу спрашивают, есть супершок, нету, разворачиваются и уходят. Даже не хотят слушать ни о чем другом. Поэтому это говорит само за себя. Продукт, наверное, скорее всего, хороший, потому что я, например, не оценила особенно этой туши. Моя дочь очень любит ее. У нее очень красивый результат на ресницах, то есть ресницы очень длинные, хорошо прочесанные, нет много налипшей туши на ресницах. Мне это тоже, кстати, не очень сильно нравится, и она такого не любит. Там силиконовая кисточка, и она делает аккуратные такие ресницы, очень длинные, выразительные. В общем, хорошая тушь, я тоже ее с удовольствием могу порекомендовать. Следующее, что у меня заказали, это вот такой блеск для губ из линейки Avon True. Вот, в оттенке Mocha Latte. У меня есть такой оттенок. У меня есть много оттенков этих блесков. Я ими также очень довольна. Очень красивые оттенки. Очень красивый такой переливчатый бриллиантовый блеск. Покажу вам свой, да, чтобы сделать вам swatch. Этот пока покладем сюда. Вот мой. Вот такой приятный нюдово-золотистый, такой бронзовый оттенок. Такой довольно-таки
ну, темноватый даже немножко, но на губах он смотрится намного светлее, очень красиво переливается, блестит. В общем, ваши губы прямо горят таким бронзовым огнем, да? Да, смотрится прям немножко такой даже рыжеватый оттенок, но поверьте, на губах это смотрится больше как бы в золотистую сторону. Очень-очень красиво. Такой влажный красивый эффект на губах. И они не липнут особенно, то есть это не особенно липкая такая консистенция, что мне очень нравится. Губы даже какие-то немножечко увлажненные, напитанные, мне кажется, от этого блеска для губ. В общем, ну красивый, очень красивый. Я, кстати, в этом году очень часто пользуюсь блесками для губ. Это практически мои фавориты лета 2020. Ну, нравится мне в этом году такой эффект. Мне не хочется каких-то плотных матовых помад. Ну, время от времени, конечно. Но в основном мне нравятся именно блески. И последнее, что я вам покажу в большом количестве, это вот такие лосьоны-спреи для тела из линейки Naturals. Я взяла абсолютно разные, практически все, что там были представлены. Нет, скорее взяла те, которые пользуются спросом, да. Некоторые мне не пришли, написано было, что в этом каталоге их нет в наличии, пришлют в следующем. Значит, что могу сказать, эти спреи хорошего очень качества, очень душистая здесь приятная композиция в каждом из них. Они у нас со спиртом, то есть в состав входит спирт. Я использую их в основном как ароматизатор моего дома, а также для того, чтобы обеззараживать, например, кожу после депиляции. Очень классно работают, очень приятно после этого пахнет, нет никакого раздражения. В общем, мне очень-очень нравится пользоваться такими спреями. Значит, я взяла их довольно-таки много, но уже некоторое количество отнесла на рынок и уже их продала. Поэтому всех вам сегодня не покажу. Кстати, вот эти новинки прошлого каталога Hula Hula Hibiscus, они были по очень хорошей цене при покупке из каталога любого товара. Но я взяла их только 7 штучек. Возможно, еще доберу, не знаю. У меня сейчас, кстати, почему-то в конце лета начался спрос на эти спреи. Лето прошло, вот теперь только люди начали что-то активно более покупать. Так, это у нас слива нектарин, это тоже недавняя новинка. Очень приятный запах, очень приятная сладкая композиция. Моим клиентам тоже, кстати, приглянулся этот аромат. Это у нас уже классика, это маракуя и пион. Очень тонкий аромат, не оглушающий, не яркий, но очень-очень приятный. Так, еще покажу вам свой любимчик. Это сакура с ароматом сакуры, то есть цветочно-пудровый аромат. Кто любит пудровые запахи, обратите внимание, он очень приятный и очень качественно, дорого звучит на мой нос. Так, что еще у меня здесь? Также интересная композиция. Это у нас гордения и лилия. Очень цветочный, красивый аромат, даже немножечко с ноткой ретро, я бы так сказала. Но мне также очень нравится, и клиенты также оценили. Еще вот такой спрейчик я брала, несколько штучек с ароматом розового грейпфрута и абрикоса. Очень яркий, звонкий, переливчатый, свежий аромат для любителей свежих запахов. Это мой абсолютный любимчик. Это коктейльная коллекция с ароматом малины и черной смородины. Ну просто вкуснятина. Мне очень нравится этот запах. Вкусный, красивый, ягодный аромат. Довольно стойкий. Можно им пользоваться, наслаждаться все лето, обливаясь с ног до головы и не принося вред своему кошельку. Очень хороший аромат. Так, опять этот гибискус, который мне также очень нравится. Могу сказать, что вот это два фаворита моих. Нет, еще один покажу. Это вот сакура. Это малинка, черная смородина и хула-хула хибискус. Так, он у нас с чем? Да, он у нас с маракуйей и гибискусом. В общем, мои три фаворита, очень их люблю. Очень приятные запахи. Так, ну еще два. Мне не пришли с гранатом и манго. Почему-то я тоже их некоторое количество заказала, но что-то нет их сейчас. В общем, это весь мой заказ по 11 каталогу. Как видите, не особенно большой. Бывает у меня и покрупнее заказы, но все же, тем не менее. Что вам хотела еще сегодня интересненького рассказать? Я взяла на пробу новый аромат, который называется у нас Forever Rebel and Diva.
Вот такой аромат. Это я вам следующий каталог показываю. Новинка следующего каталога. В этом каталоге можно было взять как пробник, так и полную версию. По хорошей довольно-таки цене. Но я не рискую теперь брать сразу полные версии. Значит, пробовала этот аромат. Могу сказать, что он мне, в принципе, оказался очень приятен. Он мне даже больше понравился, чем прошлая фиолетовая версия. Просто Rebel, да? Этот мне как-то понравился больше. Значит, что у нас сюда входит? Заявлен аромат как цветочный аромат с нотой гурме. Входит розовый перец, магнолия, аккорд попкорна и соленая карамель, как и в прошлом, в принципе. Но ароматы различаются для меня. Хотя есть что-то общее, это, скорее всего, это нотка соленой карамели. Но аромат не очень приятен. Только я вскрыла этот пробник, да, вот отсюда прям сразу пошел очень приятный такой сладковатый аромат. Сразу я подумала, о, очень приятно пахнет. Потом, когда нанесла на себя, в принципе, я уверилась в этой мысли. Сейчас еще раз нанесу. Ну, аромат такой очень густой, супер фруктово-сладкий. Даже карамельный. Не знаю, как насколько соленая эта карамель, но карамель здесь точно есть. То есть такие фруктовые карамельки с некоторыми цветочными нотами, как здесь заявлена магнолия, может быть. Магнолия для меня тоже иногда бывает, пахнет чем-то фруктовым. Вот бывает. Такой мега сладкий, густой, сильный аромат. Сразу мне показалось, что он очень шлейфовый, но потом он так притих на коже. Мне кажется, что шлейфа от него огромного, конечно же, нет, но стойкость есть. Он довольно-таки стойкий. Возможно, дело в намазе, если бы я нанесла полноценный пшик на себя, он бы более шлейфово звучал. Ну, а в целом аромат, в принципе, приятный. Я думаю, он многим понравится, многие его оценят. Себе полную версию брать не буду, так как у меня что-то подобное уже есть. Поэтому мне как бы это не особенно интересно, но порекомендовать этот новый аромат я, в принципе, могу. Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом все. Я заканчиваю свой обзор. Как видите, заказ небольшой, но все-таки, тем не менее, довольно-таки интересный. Он состоялся, и я уже этому рада, так как сейчас у нас с заказами довольно трудно. Люди заказывают мало продукции Avon, покупают очень слабо, ну, по крайней мере, у нас чувствуется очень сильно этот кризис. Надеемся на лучшее, надеемся на то, что продажи возрастут и заказы станут больше. Я бы очень этого хотела. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Благодарю вас за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. Всех целую, обнимаю. До скорых встреч. Пока!